Ребят, всем привет! С вами Алекс, это Marvel Битва Чемпионов, и мы продолжаем открывать кристаллики. Сегодня будет открытие на моем аккаунте. Сегодня будем открывать мне кристаллы. Будет 3 пятизвездных обычных, один избранный. За 11 тысяч, которые я купил, я решил до LL открыть, до наград. А уже после наград, уже, наверное, куплю еще один избранный, новые подписки, и уже буду, наверное, покупать за 10 остальные там. Посмотрим, как это будет. В принципе, кристаллов достаточно много интересных, пятизвездные. Вот, посмотрим, что у нас тут еще есть. Тут ничего нету. Давайте откроем, наверное, 4-звездный тут. Где тут он? Один. Да, тут получается 4-звездный ЖЧ. Очередное количество этих кристаллов с максимальной коронкой. 2-звездные я даже накопил. Может быть, как-нибудь открою. Может быть, 1000 накоплю, и тогда можно будет открыть. Как считаете? Напишите в комментариях. Накопить 1000 и открыть? Или не стоит? Или это не будет неинтересно, и это не важно? Ну, так, чисто просто посмотреть разницу дропа, вероятность выпадения кулака и т.д. и т.п. Ну, мы почти набрали на еще один 4-звездный. Так, что у нас тут еще есть? Кристаллы эти откроем потом. Кристалл 3-4 есть. Трехзвездный псайлок. Почему я не удивлен, не знаю. Наверное, потому что ожидал отсюда именно псайлок. Конечно, нет, но трехзвездный именно ожидал. Вряд ли я верил в четырехзвездный. Мне интересно, тут вообще они крутятся, нет? Да, смотрите, есть прям два Моралеса сразу. То есть, в принципе, есть у нас все персонажи тут, и 4-звездные, и 3-звездные. Ну, выпадает отсюда стандартно 3-звездный. Ну, давай, сейчас будет наверняка 3-звездный и, естественно, между двумя 4-звездными. Все стандартно, все классно, все стабильно. Это коронка 99, поэтому тут нечем удивляться. По-моему, у меня был еще один 3-4, если я не ошибаюсь. Сколько у нас этих ежедневных? Ну, у меня тут. Так, где-то он тут был. А, 3 абсолютно. Ну, делаем ставки. Я думаю, 3 3-звездных. Нет, смотрите. 1 4-звездный. С максимальной, да, коронкой. Да, с максимальной коронкой. Очередная рекламка. Кстати, на правах рекламы вступаем в группу ВКонтакте и в Телеграме. Общаемся. Там очень живое общение. Группа постепенно развивается. И та, и другая. Так что, если нужно пообщаться, узнать какой-то совет по игре, что-нибудь узнать, вступаем активнее, общаемся. Это тут. Это я оставляю. Мало ли что. Кристаллы войны позже откроем. Давайте откроем 4-звездный. Тут у нас накопилось какое-то количество. Так, а мне надо... 343. Окей, сейчас наберем где-нибудь. Еще 600 осколков, может быть, найдем. Вот. Также, если вам нужна помощь в прохождении сюжеток, вот сложного контента, обращаемся. Ко мне пишем либо в ВК, либо в Телеграме. 4. Сколько там нам необходимо? 220. Может быть, отсюда мы еще выйдем? А, гроссмейстера у меня нет. Окей. Сколько надо? Ну, тут 2. Ладно, ничего страшного. Оставим. Но потом давайте 7 штучек скроем и посмотрим, что у нас тут будет. Ну-ка. Хавок мне отсюда принципиально, видимо, не падает. Да, 7 кристаллов. Супер. 7 кристаллов с максимальной коронкой. Ну-ка, что нам будет? Конечно, пятизвездного кулака надеяться просто, мне кажется, глупо. Отсюда хрен его достанешь. Ну, камешек синенький. Главное, не зеленый только. 4675. Нормально. 6000. Ну, снова с сюжетки, может, добьют до еще одного пятизвездного. Так, с кого бы начать? Наверное, мы начнем с данного кристалла. Так, кто у нас тут может выпасть? Итак,
Мне кто нужен отсюда? Немор. Мне даже Колос отсюда нужен, его апнут скоро. Мне он достаточно интересен. Шторм, Гамбит, Ронин. Ну, Ронин можно, ладно. Тор, Рагнарёк у меня в дубле не нужен. Блейд, чтобы повысить коронку до 200. Сейчас у меня, по-моему, 160 или 140. В принципе, достижение цели до 200 нормально. Так, череп и кости мне не нужен. Факел неплох был бы. Паук классика тоже не нужен. Муравей нет. Оса очень нужна. Вот больше всего отсюда мне нужна оса. Эбони Мо. Доктор Стрэндж. Вот эти парочка может быть. Чисто для дубля. Локи дубль. Пусть будет. Анигилус. Ку мне особо не нужен. Капитан классика Марвел мне не нужна. Веном Ку тоже. Осьминог. Нет, не было, кстати, по-моему, без дубля. Можно. Енот можно. КБ, кстати, тоже без дубля. Итак, оса, приди. Приди, оса. Мне нужен новый пятизвездный чемпион. Это было бы самое крутое, что может быть из этого кристалла, если бы мне выпало отсюда оса. Какой-то идиот звонит в дверь. Ну, и Эбонимо. Факел. Ладно. К сожалению, это вырезать не получится, этот звук, но... Ладно. Факел, мы открыли ему коронку, я доволен, в принципе, все отлично. Ладно, нормально. Мы достали дубль, 6 тысяч. Еще где-то 1200 у меня будет сюжетки, 7200. Ну и посмотрим, что там будет с новым вариантом. Может быть, оттуда осколочки пойдут, может быть, еще что-то. Итак, у нас 3 пятизвездных. А давайте мы их будем скрывать по одному. Есть такая теория. Мне кажется, это бред. Но давайте проверим. Мало ли совпадет. Во всякие случаи бывают. Давайте раскручивать, посмотрим, кто нам выпадет. Итак, крутим, крутим, вертим. И нам падает. Ну, кабан, ну! Дай новое. Вот пантера была. Ой, какая шторм. Кабам за что? 40 коронка. По-моему, эта теория не работает никак. Никаким местом. Просто 6300, окей. Ну, еще 2 откроем, будет... Сколько там? 6850, по-моему. Ой, ладно. Не хотел, кстати, сейчас записывать открытие. Мне казалось, что кто-то придет. Ну вот, кто-то пришел. Ладно, даже не хочу знать, кто приходил. Давайте открывать дальше. Ладно, решил уже по одному. Так будет по одному. Кристалл, ну, посмотрим. Давайте второй пятизвездный. Сколько классных чемпионов. А, печенька. Корк. Часовой мне нужен. Пантера была. Вот Фьюри дубль. Хорошо, пусть будет. Верховный симбиот. Печенька опять был. Ну, дай что-нибудь новое. Таскмастер. Ну, на самом деле, я так и ожидал. Я очень удивлен факелу. А так... Я ожидал, что будет какое-то говно. Я ожидал, что будет какая-то дичь. Просто непонятная. Нет. Да. Два кристалла. Два старых чемпиона. Причем, мне кажется, даже Дракс он был, если я не ошибаюсь, первым пятизвездным, который только вышел. Наравне вот с Мэджик, Пауком как раз и Штормихой. О, Господи. Когда же выпадет что-то новое? Вот, я не знаю, ну пусть будет Пантера Кинойла, там, не знаю, Сокол, там, и любой. Самый старый, хоть бесполезный чемпион, Лунтик. У меня больше всего нету чемпионов класса способности. Ну, хоть кто-нибудь нормальный, чтобы выпал. Хоть кто-нибудь новый. Нормальный для меня это почти равносильно новому. Последний пятизвездный. Сейчас я, мне кажется, докажу, что эта теория не верна, просто катастрофически не верна. С открытием по одному кристаллу. Это чисто везение определенных людей. Посмотрим. Ну, факел опять. И что мне делать с этой Morningstar? У меня коронка там по 140. Я и не поднимал коронку.
Мне не нужен этот топ. Да, это супер, прям, я не знаю, там, новички бы радовались, говорили, как это круто, у кого нету, тоже бы радовались. Даже кто дубль открыл бы, радовался. Но зачем мне Morningstar с коронкой 140? Я ее все равно не использую. С ПУ ее использовать, ну, крайне сложно, потому что разгон просто дичайший. 6850. Открою я еще после ЛЛ примерно 5. 5 пятизвездных. Сколько там получится? В районе 1300. Окей, это будет 800, 9300. Ну, может быть, с арены еще где-то насобираю. Так что, в принципе, я думаю, в течение 1-2 недель будет еще один 6-звездный. Да. Честно, я в шоке. Потому что 5-звездные никогда мне не падают, похоже, в последнее время. Новые я. Старые, ладно, старые конкретно падают. Даже топы падают, Morningstar. Лучше бы, правда, Blade упал, мне коронку поднять. Ну ладно, окей, пусть будет максимально. У меня Magic с максималкой, пусть будет Morningstar. Ну, вот как так. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на каналы. Всех был рад видеть. Всем удачи, всем пока и хорошего дропа. Надеюсь, вам повезет лучше, чем мне.